Международный комитет Красного Креста разыскивает более 380 пропавших без вести в Донбассе украинцев, сообщил делегат по коммуникациям МККК на Украине Ашот Астабацан. В настоящий момент МККК и Общество Красного Креста Украины проводят работу по выяснению судьбы более 380 человек, заявил он в эфире телеканала 112 Украина. Астабацан добавил, что родственники пропавших могут обращаться в делегацию МККК в Киеве и офисы в Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Луганске и Донецке.